Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы с вами будем путешествовать по всем локациям. Я попробую немножко прокачать уровень, мы отправимся на разрушенный конвой, немножко другой, там где перекидывают нас сезон, то есть мы активируем вот эту функцию. Вот, сегодня, короче, мы будем фармиться очень жестко. Ребят, в этом видеоролике, в конце видео мы сделаем победителя на 500 монет и также делаем еще розыгрыш на 500 монет. Что нужно делать? Конечно же, комментарий минимум с 15 букв под последними 7 видеороликами, лайк, подписка, колокольчик, все как всегда. И также, друзья, в моем телеграм-канале будет скоро, я уже сделаю розыгрыш на 5 победителей по 500 монет. И, короче, если вам интересно, заходите по ссылочке в описании. Ну что, давайте начитать. Давно мы, кстати, не фармили новичка, сейчас мы его чуть-чуть подфармим. Вот, первым делом я бы хотел, ребятки, съездить на локацию. На локацию очень интересную, очень симпатичную, скажем даже так. Вот, потому что там есть у нас очень интересная штука такая, как... Нас должны украсть или нас должны выкинуть откуда. Короче, едем на локацию, вот этот конвойчик, потому что он висит. Думаю, когда же мне на него поехать? А почему бы и не сейчас, правильно? Я не знаю, вы, наверное, уже его забрали, но я еще его не забирал. Вот, мы поедем, посмотрим, может там что-то изменилось, может нет, будет видно. Значит, первым делом отправляемся на данную локацию, а потом уже будем путешествовать по разным локам. Так, вот, смотрите, ну, это тоже конвой, можно поехать, рыболовный турнир, арену, ребят, вы просили. Или арену. Арену я не пойду, потому что очень много огнестрела уйдет. Вот эта локация. Брошенный конвой она называется. Давайте пойдем туда, побежим. Вот, сейчас быстренько туда пересунемся, передвинемся и поедем. Поедем. Будем, конечно же, смотреть, что тут у нас будет. Я уже забыл, конечно, как оно тут происходит. Но давайте вспомним, посмотрим. Вот, потому что реально локация вроде бы неплохая, а нам нужно как-то ее активировать, чтобы попасть в сектор 7, потому что там, я видел, вы писали комментарий, что трайк на чоппере нужен все-таки, ну, будет видно, не знаю, там 125 монет он стоит, это сезонного этого, скажите, я скажу, ну, короче, сектора 7 монетки, не эти монетки, а сектора 7, так, а есть у нас тут ресурсы, дерево и известняка нету, да, у нас, жалко, можно взять было топорик, но не хочется брать железный топор, ну, вот, потому что их так мало, ну, Не знаю. Ладно, давай посмотрим. Давай сначала обзорчик данной локации увидим, посмотрим, что здесь и как. Я соберу ягод, потому что я специально ничего не брал с собой, потому что... А, она вообще маленькая, ребят. Она вообще маленькая. Тут, в принципе, неплохо так дерево. Я хотел попробовать обойти, как это, не знаю, получится у нас или нет. Но тут мы обходим, а тут уже не обойдем. Ладно, давай поставился, чтобы меня не украли, потому что там сразу меня будут убивать, наверное. Сейчас мы быстренько здесь соберем. О, блин, такое местечко прикольное. Здесь еще бы если костер горел, было бы вообще круто. Так, потихонечку следы, как мы видим, есть, да, у нас. Ну вот, тут мы тихо идем. Там у нас есть вот такой вот значок на мини-карте. Я вижу значок, как видите. Вот тут, ой, ему нужна помощь, да, какая-то. Вот, есть такая, скажем так, машина с радиоактивными отходами, наверное. Вот, потому что реально радиация жрет или нет, давай посмотрим. Не, вроде не бьет радиация. Ну, а по идее должна быть, наверное. Вот, если мы подойдем к этому мужичку, нас, конечно же, возьмут в плен, заберут куда-то. Я не знаю куда, но мы посмотрим. Ну вот, мы можем, конечно же, это сейчас сделать, но было бы круто подождать рейдеров. Они придут, наверное, прямо сейчас. Так, давай быстренько берем. Блин, душа. Ты кто такой, отвечай. Черик. Понятно. Черик, ты не шутишь? Эй, Брейн, ты только посмотри. Ты посмотри, копия Черик. Вы случайно не родственники? Ё-моё. Слушай, у нас мало времени. Тебя с собой мы взять не можем. Но я могу передать от тебя письмо. Привет, даже не знаю, с чего начать, так как неожиданно было узнать у тебя при таких обстоятельствах. Представь только, на меня наставили оружие и едва не убили. Спасло только, что мы с тобой похожи. Боже, я не могу поверить, что у меня есть еще брат или сестра. Давай возьмем сестру. Сестру возьмем, да, типа у нас будет сестра. Вот, эти люди не представились, но сказали, что знают тебя. Похоже, что им пришлось не сладко. Их из четверых один не уцелел. Меня они брать отказались, хотя им явно
помешала бы помощь, не помешала бы помощь, понятно. У меня к тебе столько вопросов. Где ты живешь, кто эти люди с маркировкой правительства? Мы обязательно встретимся, я точно это знаю. Может быть, твои друзья вернутся? Они знают, где меня найти. Не забывай меня, я обязательно тебя найду. А тут я не знаю, давайте я обязательно тебя найду возьмем. Все, закрываем. Все, нас выкидывают в кратер, ребят. И что мы будем знать в кратере? Кратер это, скажем так, онлайн-локация сектора 7, да? Когда-то был сектор 7, сейчас кратер. Вот, здесь мы можем играть с друзьями. Но сразу скажу, что на этом аккаунте я не буду играть в кратер. Потому что там прокачиваться на том просто очень много, очень, не знаю, всего надо качать. Вот, тут нужно собирать клан. Может, возможно, я создам здесь клан, я не знаю. Ну, посмотрим, будет видно. Но меня интересует это магазин. Магазин здесь есть. И здесь, ребят, мы можем покупать чоппер. Вот тут. Ого, 375 монет. Вот, требуется уровень бизнеса, тут портфельчики можно покупать, вот, разные бунгало, лазер, короче, тут можно много чего купить, да, вот, но меня интересует только модель Trike, то есть, как вы видите, есть товар дня. Кто спрашивал у меня много раз, ребят спрашивали, как же купить Trike, где ее взять, только вот здесь, ребят, только вот здесь, в этом магазинчике мы можем купить Trike, вот, вот и все. Через 12 часов 49 минут у нас обновится чоппер, и каждый день можно заходить сюда и смотреть, есть ли тут Trike. Если будет Trike, пожалуйста, покупаем за монетки, и Trike у нас будет. Для чего нужен Trike, вы знаете сами, это рейдер. Напишите в комментарии, если будет Trike, покупать мне на аккаунте без доната. Это Trike для рейдов, чисто для рейдов, именно Trike. Мне нужно сейчас от вас максимальный ответ, то есть сейчас, прямо сейчас опускайтесь в комментарии и пишите. Вот, купи Trike или же не покупай, не знаю. Ну короче, давайте так, кто напишет больше комментариев, мы потом выберем, потому что реально, ну Trike нужен. Ну честно, мое мнение, ребят, я понимаю, аккаунт без доната, не нужно донатить, это понятно. Вот, я все понимаю, потому что так. Но просто купить скинчик для того, чтобы закрываться на рейде, это было бы круто. Мы очень бы круто могли бы помочь, скажем так, на рейдах. Вот, закрываться от громилы, это самое главное, самое важное, которое может быть в данном магазине. Вот. Так что обязательно. Я жду от вас комментариев. Чисто Trike. Если можно. Если можно. Как-то напишите. Потому что, ну, по-другому никак. По-другому никак. Я не знаю. Я хочу, чтобы вы написали. А там уже, если вы напишите, да, без проблем, я куплю себе Trike. Но нужно будет каждый день заходить и искать его. Да, это не просто его выбить. Можно выбивать год, можно два, можно месяц, не знаю. Но придется заходить каждый день сюда и мониторить этот Trike. Но для этого нужно монетки, ребят. Монеточки нужны 100%. Ну, 375 монет закинуть, я думаю, можно без проблем. Вот, купить там... Вот они, 375 монеток, это у нас будет там, ну, акции тут какие-то еще, минус 50%. Короче, неважно, сколько оно там стоит, но главное, чтобы вы поняли, что я хочу вам сказать, что если вы согласны с этим, что я куплю Trike специально, чисто для рейдов, потому что вы знаете, для чего я этот аккаунт качаю, чтобы стать супер крутым рейдером, топовым, вот, на новичке. Вот, я чисто хочу Trike, потому что, ну, без Trike закрываться тяжело, очень сильно. И простым чоппером, вы же помните, закрыться невозможно. Невозможно, потому что очень сильно тяжело. Ну, Trike, конечно же, нам поможет. Вот так, вот такой вопрос к вам, конечно же, хотелось бы услышать от вас ответ какой-то, чтобы вы обязательно написали. Так, ладно, мы эту локацию с вами открыли. Она открывается очень легко. Зашли, открыли и вышли. Она исчезла. Все хорошо, все идеально. Так, теперь давайте поедем на разрушенный конвой. Может быть, все разное. Сейчас я тогда буду... подумаю, что мне взять с собой. Как минимум я возьму, наверное, сет брони. Обязательно возьму.
катану мачету нужно. Катану мачету, ну и хилочку. Если будут рейдеры, будет прекрасно. Не будет рейдеров, ну ничего страшного. Тут у нас пока нету удвоения опыта. Жалко, конечно, но ничего страшного. Я думаю, мы с вами заработаем. Сейчас я закину сюда немножко дерева, пускай себе перерабатывается. Тут медь будем делать и так далее. Ну, вот, сейчас мы быстренько это все сделаем. Монетки тут разные. Ну, то есть на офлайне одни монетки, на онлайне другие вообще абсолютно монеточки. Вот, так что, чтобы вы знали, понимали, вот так вот бывает. Так, давай тогда скинем дерево. Дерево сюда, это вот сюда. Зато эмочку дали. Сбитую, правда. Ну, ладно. Так, это мы скинем тоже сюда у нас идет. И плюс хилочка. Хилочка. Давай сразу заберем. Что возьмем с собой? Ну, давайте морковное рагу. Штук 60 я возьму. Ну, это много. Давайте 40. 40 возьму. Сет брони сбитой. Давай сбитую возьмем. Потому что, ну, поможет она нам, не поможет. Не знаю. Мачетки у нас есть здесь. Кстати, мясницкий нож тоже нам нужно закинуть. Мачетку. А, кстати, давай посмотрим. Мы можем какие-то мачетки активировать вот тут? Ну вот, потому что я уже не помню, что там у нас там сложено, не сложено. Вот, ну в будущем, по-моему, да, тут все есть по мачеткам. А мясницкий нож нету. Вот, тут молоточки, мясницкий нож. Тоже два ножа нужно будет себе оставить для того, чтобы вот именно добавить вот эту штуку. Можно еще эту мачетку добить, я не знаю. Два удара взять с собой, да? Давай добьем, давай добьем. Мясницкий нож тут у нас, здесь вернее. Разрушители тоже нам нужны, по-моему. Вот, можно взять разрушители, один мясницкий нож, ну и этого хватит. Ну и, конечно, копье можно было взять. Да ладно, мы ножом будем бить, потому что у нас хватает этого добра. Так, все, это закинули. Я думаю, с такими моментами можно уже выдвигаться, как минимум, да? Вот, и пробовать что-то проходить. Так, что еще хотел, что еще хотел? Моды посмотреть на мясницкий нож. Нет уж у нас модов, да, еще там еще что-то не хватает, и на разрушитель тоже нету. Ладно, мы сделаем обязательно. Все, поехали. Первая локация у нас будет, это, конечно же, наша супер мега космическая локация с разрушенным конвоем. Конвойчик у нас будет хорошенький. Вот сейчас мы быстренько туда придем. Блин, меня жалит, какая-то хрень. Так, и зачистим ее. Чтобы там сильно сложно было, да не скажу, что сложно. Все просто, все идеально. Просто идем и, конечно, развалим. Конечно, да, хотелось бы взять опыт X2, но, к сожалению, пока его нету. О, давай в дубы еще сбегаем. Час есть у нас, отлично. Тут 29 минут, значит так. О, подожди, братан. Нам нужно сюда сначала сходить. Давайте сначала сюда, а потом пойдем в другое место, да? Потому что я забыл уже сходить сюда на разрушенный конвой. Разбившийся корабль. Вот. И здесь вы сами знаете, локация это самая прекрасная локация в мире. Зачистка идет буквально минуту, и ты получаешь какую-то топовую награду за это все дело. Это очень крутой корабль. Ходите сюда каждый день, забирайте, ребята, потому что очень-очень хорошая локация. Так, раз, два, три, до свидули. Все, забираем тебя. 40 хпшная. Ну-ка, иди сюда, 40 хпшная ты шляпа. Так, есть, один есть, второй тоже сейчас подъедет. То есть тут ничего сложного нету, тут ты просто взял и пошел. Так, и добил. Вот так вот. Еще. Во, нормально. Нормально. Так, давай низом пойдем. Тут 80 хпшные есть, пацаны. 40 хпшка. 80 побежал. Да вы задолбали. 80 хпшные зомбаки. Давай еще вот этого. Быстренько сейчас зачистим. У нас есть восстановление здоровья. То есть мы без проблем это все сделаем. Есть, один пошел. Давай, иди сюда. Я не помню, сколько там еще ударов. Давай посмотрим. Ну все, тут уже конец, да. Ладно, мясницкий нож тогда только будет. Мясницким ножом добиваем. И осталось еще 4 зомби или 5 где-то примерно. Я думаю, добьем без проблем. Я даже не буду хилиться здесь обычной хилкой, наверное. Скорее всего. Вот, попробуем так сделать, чтобы все было хорошо, прекрасно. Так, есть, да. Тут у нас 80 и там 80. Ну давайте их быстренько. Раз, два, три. Не, все-таки я захилюсь. О, куда ты вылез, слышишь ты, дурак? Куда вылез? Вылез куда-то, непонятно, наверх. Все, мы тут отхилились. Здесь, конечно же, ребят, конечно же, пробуйте открывать. Ни хрена не выпало. Заводские детали.
хрень большая. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Завтра выпадет что-то другое по-любому. Вот, главное ходить. И, кстати, мы забрали с вами ежедневочку или нет? Калашик, конечно, сюда давай. Вот, ежедневный бонус. Да, я забрал сегодня, завтра откроем ящики. Вот, тут мы тоже открыли. Можно было на рыбалочку сходить. На рыбалочку. Ну, посмотрим, будет вид. Так, значит, с этим мы справились. Конвойчик у нас готов. Дальше у нас разрушенный конвой. Поехали туда, ребят. Там у нас должно быть весело. Очень сильно весело. Весело, весело. Разрушенный конвойчик. Вот, главное то, что мы с вами можем это пройти вообще на изи. Ну, то есть, не париться, не жариться, ничего. Ого. Вот сюда бы... А, свалка не открывается у меня. Пока закрытая свалка. Ну ничего, поехали. Поехали тогда на наш супер конвойчик. Так, ну тут, конечно же, да, я уже одену свою броню, возьму разрушитель. Вот, надеюсь, этого оружия мне хватит с головой. Поехали. Так, отхилимся. Вот так вот, хоп, и поехали. Вот, если будут зомби, ничего страшного. Если рейдеры, ну, это лучше будет, потому что рейдеров быстрее убить и быстрее залутать локацию можно. А если зомбаки, то чуть-чуть дольше немножко. Ну, я думаю, это не проблема, правильно? Это ж не проблемка. Не проблемка. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Где наши рейдеры? Давайте рейдерам нам. Рейдеры, рейдеры, придите, рейдеры. Не, зомби будут. Будут зомби. Будут зомби. А может, не зомби. Не, рейдеры, смотри, прикинь, рейдеры появились. Ё-моё. Вот это черешня мощный. Привет, раз, два, три, четыре. До свидули. Так, тут забираем. Шмота тут много есть, конечно же, рейдерюшки у нас серьезные ребята, которые дают там шмотки, плюс катаны, мачете, мачете. Мачетки топовые выпадают, да? Ну, то есть целая мачеточка, это уже хорошо и прекрасно. Но мы чисто будем бить разрушителями, потому что разрушителями... Ух ты, петух, слышишь, как ты меня это взял? Ты чё? Петушара, а ну-ка иди сюда. Так, последний удар, не, подожди. Вот так вот. На тебе, получай. Все, это забираем. Так, тут мы открыли, там открыли. Вот здесь еще не открыли. Ну, отхилимся, конечно, без хилочки тут никак. Значит, это мы домой заберем. Вот, а тут посмотрим. А тут будет видно. Кстати, нужно будет семян собрать, потому что семян немножко маловато. Водичку, ладно, выкинем. Поехали дальше. Так, 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 так. Поехали, поехали. Тут у нас трупики разные лежат. Ну, сразу будем открывать. Вот не знаю, сагрится этот рейдер сверху или нет, но думаю, что нет. Нет, 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 нет. Привет, парень. Привет, парень. Привет, парень. Ту-ду. Есть. Такую сальтуху замутил, что жесть. Так, давай тогда быстренько оденемся. Раз, два, три, четыре. Вот такая вот сатик. Сразу сатик брони. Тут даже голым можно идти, ребят. Вы можете идти голым сюда и здесь просто разрушителем добивать. Ну, у меня остался там на 2-3 удара где-то примерно. Вот, но я думаю, мы заберем сейчас все, что тут осталось. Ну, вот такая локация. Не знаю, как вам, но уже целый портфель разных ресурсов. Да, не топовых, но все же есть. Вот, правильно. Пошел, сделал, забрал и все отлично. Ну, плюс палец, конечно, можно выбить. Так, раз, два. Ну, два давай так, ладно. Пойдем по 8. Дан-д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 ан. А чё, а где ее броня? Чё за бред-то? Так, а чё не берет? Смотришь, ай, что-то подвисло. Так, 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 так. Что мы тут можем скинуть? Что мы тут можем перекинуть? Ну, металл выкинем. Следующее, фонарик выкинем. Часы, ну, часы, в принципе, нужно. Вот, ну, давай тогда вот этот, штаны выкинем. Вот так вот. Давай посмотрим, что здесь. Ну, тут, как всегда, вода или бинт будет лежать, да? Как всегда. Бабам. Вода. Ну, понятно. Я как бы знал. Так и знал, ребят, так и знал. Так, все. Тут мы залутали все. Вроде бы, да. Вроде бы все залутали. Здесь ящики пустые. Ну, как бы пришел 2 секундочки, и у тебя уже целый портфель разных нормальных ресурсов. Так, тут у нас понятно, тут понятно. Ну, вроде все. Вроде бы ничего не потеряли. Вроде все забрали, правильно?
Вот тут тоже, да, забрали, да. Все, выходим, выходим. Эта локация больше нас не интересует. Вот, можно будет посмотреть еще за рекламку. У меня там, по-моему, есть на рекламку 100 энергии у нас есть. Да, сегодня побегать можно будет нормально, так много. На разных локах. Я хочу, конечно же, в лес сейчас поехать, чуть-чуть дубов подфармить. Вот, потому что, сами понимаете, скоро постройка дома, а дуба нет. Надо по чуть-чуть уже, ребят, залетать на эти локации и, конечно же, чистить их по полной. Так, можно на аэродропчик влететь. А не, нельзя на аэродропчик лететь, потому что все забито в этом, в хламе этом. Надо будет скинуть дома, и сейчас мы поедем. Поедем, заберем следующую награду. Так, хорошо, потом целый час лекарь-аптекарь, то есть торговец, можно будет посмотреть, да, что он хочет. Надо в радио глянуть, что он хочет. Если какую-то шляпу, то можно ему отдать. Если какие-то сишки или аптеки, то пошел он вон. Так, все, значит, по обновке, ждем обновку, ребят, скоро, я уже надеюсь, что скоро она выйдет. Пока еще альфа нету, то есть альфа-теста, да. Вот, как только выйдет альфа-тест, я на основном аккаунте зайду и буду смотреть, что там и как. Вот, зайдем, посмотрим, ну, может быть, что-то примерно буду говорить вам, да. Но, конечно же, нельзя рассказывать, но главное то, что мы будем знать, что скоро будет обновочка. Так, раскинем сразу эти все вещи, да, потому что это так нужно сразу раскидывать. Так, поехали, давай сразу мы закинем в разрушитель плюс вот так вот, да. Мясницкий нож, разрушитель, что здесь требуется, разрушитель второй. Так, есть, да? Да, хорошо, окей, тогда мачетку мы скинем сюда, пока мачетки у нас нету, я думаю, что вот так вот. Потом мы сделаем себе то, что нам нужно. Так, сет брони, раз, два, три. Так, сет брони я оставлю, вот так вот, да, оставлю. Этот у нас битый или как? Ну, смотрите, я не знаю, в принципе, еще можно будет зачистить. Ну, сейчас посмотрим. Подожди, мы разрушитель этот целый вкинули, походу. Ну, не целый, сбитый, конечно, не полностью, ё-моё, мама звонит, ё-моё. Так, прочная скорость. Тут тоже три разрушителя. Ну, ладно, давай сюда пластину тогда вкинем. Так, окей, что у нас тут осталось? Телефоны у нас вот тут, да, телефоны здесь. Так, телефоны есть. Далее, часы, далее, пружинки там, пружиночки вот здесь, если я не ошибаюсь, да, вот здесь, палец тут тоже, талончики вот тут будут, краски у нас ниже чуть идут, вот здесь красочки, вот так вот, да, плюс что еще осталось, хилка, броня, броню тоже скинем, ну, есть еще вот тут пластины, да. И изоленточка вот здесь у нас. Чикс есть, да? Ну, конечно, забрали целый этот разрушитель. Не разрушитель, а мачеточку. Вот, тоже неплохо. Это мы сюда все закинем. Все, вроде бы нормально. Раскидали, распетляли. Так, это мы возьмем с собой. Пускай будет. Я бы взял, конечно, какой-то разрушитель. Что-то сбить. Давай кувалду возьму. Давай кувалду вместо вот этого. Вот так вот. Вот, это чисто на конвойчик. Давай сразу посмотрим, что хочет у нас торговец. Потому что непонятно, что он там хочет. Давай посмотрим. Торговец. Так, пароль. А где торговец? Вот тут, да. Так, заходи с собой вот. Морковное рагу 4. Вяленое мясо. Ну, вяленое мясо есть у нас 4? А, есть. Ну, давай морковное рагу, вяленое мясо по 4 штучки. Я думаю, это немного. Вот. Вот так вот. Морковное рагу и вяленое мясо. Все, вот так вот мы чисто на торговца. Далее у нас что будет? Это топорик по-любому. По-любому топорик нам нужен. Так, есть один топорик. Есть один топорик. Кирочку нам не надо. По-любому не надо. Здесь у нас где-то известняк должен быть. Где у нас известнячок? Вот, известняк. Я возьму с собой, ну, еще пару топориков. Там 2 или 3 топорика на дерево мы заберем, потому что, ну, тоже нужно фармить. Оно ж не вечное, ребят. Ну, вот, давай раз, ну, сделаем копье еще. Вот, и на все топорики делаем. Топорики. Штук 2, может 3. Давайте 3 возьму, да? 3 с собой возьму. Все равно нам до торговца нужно будет заехать еще. Так, сейчас мы быстренько куда это скинуть, вот сюда, да, скинем, 1, 2, 3 идет у нас топора плюс копье, и вот это все, ага, аптечки еще скинуть,
аптечки сюда, это сюда, это сюда. Ну, стак с собой возьму, не знаю, стака хватит, по-любому. По-любому хватит. Все, мы готовы? Не, еще не готовы. Вот это тоже скину. Вот, и теперь можно лететь. Только я не помню. Ага, вот эту схему, она не работает. Все, я понял. Так, ладно, поехали тогда. Поехали, будем забирать. Забирать морковку. А морковка у нас есть вообще какая-то? Конечно, есть. Ё-моё, посмотри, сколько морковочки у нас. Морковочки у нас-то есть. Нормально есть. Так, 14. Ну, давай пока сейчас сделаем. Заберу. Там сколько? 14 или сколько? 14. 7 штучек еще нужно будет. Ну, зачем оставлять просто так, если оно может работать? Правильно, ребят? 7 штучек это разделить. Вот так вот 7 есть, да? Вот так вот закинули сюда. Все, мы готовы. Вот теперь точно готовы. Все, поехали. Будем пробовать, ребят. Блин, 7 плюс 14 это неправильно. Я неправильно посчитал. Все, вот теперь поехали. Значит, у нас есть отхил. У нас есть возможность сделать так, чтобы мы не сильно умерли, да, там нормально, чтобы все было. Вот, поехали. Поехали смотреть и будем пробовать проходить. Потом поедем чисто на локацию, как она там называется, супер дубовая локация, скажем это так. Но, по-моему, надо было мясо не брать сначала, она сверху там и дубы там сверху. Может быть, сначала вверх сбегать. Блин, невыгодно просто сюда бежать, обратно бежать. Ну ладно, давай сначала сюда, а потом мы поедем обратно, правильно? Вот, потом мы к торговцу и сразу вот сюда, на как она там называется. Так, есть, да? Есть, заезжаем. Это локация просека, дубовая просека. Просека, не знаю, как оно правильно говорится, но просека вроде бы, не знаю. Просека это хрен его знает, что это такое. Какая-то, блин... Посадка это типа не знаю, как по-русски будет посадка. Посадка это такой лес, знаете, поле и между ним лес такой, посадочка. Ладно, хрен с ним. Так, погнали наши городские. Стоп, реку. О, пошла зеленочка. Слышь, зеленочка, ты не офигела, а? Если готово, поехали дальше. Тут у нас есть толстяк. Толстяка нужно 100% ударить. Ну, пожалуйста, собака. Ну, как ты, блин, согрелся на толстяка? Ну, что ж ты сделаешь такое? Так, пошел вон толстяк. Кстати, не нужно тоже будет добивать, скорее всего, эту кувалду. Кувалду. Так, я отхилился. Вот дурак. Надо эту включить немножко другую. Авторежим. Вот, поехали. Авторежим, во. Вот теперь он работает. Так, посмотрим. Флешка надо... Ну, в принципе, можно, да, оставить флешечку. Вот, зачем ее выкидывать, если мы... Пока есть место, мы оставим. Мы все равно после этой локи домой поедем. Вот, там потом мы уже активируем следующую нашу цель. То есть лекаря-аптекаря посмотрим. Там рекламку даст нам. Я надеюсь, что даст. И мы себе подкинем немножко энергии. Энергии будет немножко. Так, бабам. Так, тут у нас кто стоит такой интересный? 80 или 40? Ну, если 40, то я буду бить копьем. Смысл с этого копья я не знаю. Ну, тут понятное дело. Тут чисто мясницкий нож. И поехали. Бибим. До свидули. Так, забираем. Вот, эта локация такая, знаете, что чисто для пойти, портфель забить и выйти. Она не сложная, она просто немножко... Ну, как бы рубить это дерево, да, тоже время занимает. Но ничего, ребят, это лишним не будет. Всегда оно пригодится. Где-то что-то куда-то, какие-то доски, что-то переплавить. Оно всегда вам нужно будет, 100%. Вот, а там уже мы посмотрим. Бам-б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 ам. Так, забираем растительное волокно, бревно. Бот, иди вон. Да задолбали эти боты. Как уже же вы бесите, боты. Гребаные боты. Ты хотя бы мне броню дай какую-то. Бот, есть у тебя штаны? Вот это. Ты шо, дядя? Нормально. Закинул нам ресиков. Хорошо, красава, отлично, молодец. Так, штаны сейчас добьются. Я одену полную броню. Которая у нас есть, конечно же. Ягодами, в принципе, можно отхилиться, да? Вот это сюда положить, это ягодами отхилиться. Вот так вот, отлично. Ну, давайте я, наверное, открою все-таки для начала ящик. Или давайте я добью штаны, а потом открою ящик, потому что тоже...
Сейчас посмотрим, что это будет такое. Бэм-бэм-бэм. Давай, пошел. Еще есть тут зомби? Больше нету зомбаков. Ну, ладно, накидываем тогда вот так вот. Вот, а там добьет, то добьет. Не добьет, не добьет. Посмотрим. Давай тогда сразу сейчас откроем уже. Вот, потому что тоже место занимает это все. Я не знаю, влезет оно сейчас. Ну, я думаю, да. Так, если что, удалим какие-то ягоды, известняк, что-то такое. Ну, давайте нам пистолет какой-то. А лучше что-то серьезное. Серьезненькое такое, хорошее. Главное, чтобы заспавнилась нормальная тема. Разрушитель полный, отлично. Это заберем, провода не буду брать. Подшипнички возьму. Ну, станок переработки, можно было колесо забрать. Ну, ладно. Мы сейчас, как бы, скажем так, у нас не сильно много есть места. Можно, конечно, освободить немножко. Давай вот так вот. Чикс. Раз, два. Два места, да, есть? Ну, можно еще ягоды удалить, как минимум. Вот, ну пускай лутает. Пускай лутает, это будет так лучше. Вот, я даже не знаю, что у меня на пушке по огнестрелу осталось. Огнестрел, 1К. Кстати, у нас там, по-моему, есть эти звездочки. Давайте я открою звездочки. 17 штук, это 3 открытия. В принципе, может что-то выпасть нормальное. Ну, давай вот это возьму. Можно было, в принципе, антиры... Огошечки. Ну, тут С4, наверное, ребят. С4 я заберу. С4. Прикормка для рыбы. Ну, давай возьму. Вот, нормально выпало, да? Я думаю, неплохо. Сишечка залетела у нас. Неплохо, неплохо. 6С4 у нас уже есть. И там у нас есть. Ну, штук 10 уже сишек я, ребят, насобирал. Нормально. Так, ладно. Что у нас по топорикам? Два топора осталось. Два топора. Добьем. Можно, кстати, к лекарю-аптекарю поехать, да? Есть у нас 4 вяленого мяса. А есть... Не, наверное, все-таки нет, потому что нет ресурсов для сбора. Ну и все, мы зачислили. Это буквально 2 минуты, видите сами. Давайте тогда домой. Вяленое мясо плюс это... Как оно называется? Рагушечка у нас есть. Вот, мы сейчас к... торговцу, а потом уже на просеку поедем. Поедем на просеку долбить дуб. Вот. Но надо взять с собой будет, конечно же, топоры, как минимум. Но там локация, скажем так, непростая. Она немножко усложненная. Типа как красная она идет. Даже сложнее, наверное, потому что там много зомбаков, ребят. Вот. Я думаю, что там немножко сложнее будет. Но ничего. Я посмотрю. Если что, я думаю, что мы... Обязательно что-то придумаем. Так, значит, все скинем. Главное не забыть мясо плюс нашу рагушечку. Обязательно нужно взять. И можно выдвигаться. Что с собой брать? Только оружие ближнего боя. Огнестрел я не буду использовать. Но есть один момент с но. Если там будет ивент с рейдерами, которые ходят по кругу, они будут стрелять огнестрелом. Мне будет очень сильно больно и тяжело, ребят. Это 100%. Просто 100%, потому что, ну, по-другому я не знаю, что делать. Надо будет с собой что-то взять такое интересное, непонятное. Ну, огнестрел один можно будет с собой взять. Наверное, скорее всего, да. Вот, я возьму один огнестрельчик, пускай себе где-то что-то будет. Ну, вот, а там уже будем смотреть. Так, тут у нас, что у нас? Здесь ничего не работает, да? Жалко, что ничего не работает. Ну, ничего страшного. Так, давай дерево скинем. Где оно тут, это дерево? Раз, два, три. Лишнее дерево тоже никогда не будет. Также здесь и семена вот эти вот, растительные волокна. Ну вот, плюс два у нас бинта идет сейчас, да? Мы сразу будем скидывать их. Вот здесь у нас раз. Вот так вот. Далее у нас здесь идет раз, два. Это мы оставим. Красочки у нас вот тут идут. Вот, потом веревочки пускай будут. Ну, веревок хватает, в принципе. Здесь у нас что? Кожа, семена где у нас будут? Семян, конечно, маловато уже. Но я думаю, что по чуть-чуть будем собирать, и все будет прекрасно. Еще на один день, два дня хватит. Вот, а там уже будем смотреть, что делать. Ну, придется ехать на локацию, зарабатывать. По-другому точно не будет никак. Так, это сюда скинули, это скинули сюда. Что у нас, штаны есть, мы это оставим. Ну, я даже не знаю, оставлять этот сет или нет. Вот, если этот отлетит, то этот мы оденем. Ну, смотри, сейчас штаны отлетят, у нас шапка и штаны есть. Кофточка плюс...
кофточка есть какая-то. Ну, шапочка есть, ботинки и... Не, шапочка есть, кофточка целая. Не буду брать кофточку. Все, вот так вот взял с собой. Я думаю, этого тоже достаточно. Так, потом известнячок мы скинем. Давай, пускай себе шпарит. Сколько топоров брать? Да я даже не знаю, ребят. Сколько топоров? 1, 2, 3. 3 топора хватит? Может, будет какая-то, это, скажите, я скажу. Типа саженец, да? Что-то типа такого. Вот. Ну, давай возьму, что мы можем по оружке посмотреть. Давай посмотрим по оружке. 1, 2, 3. Этого будет мало, мало. Ну, один глок, я говорил, возьму, да? Давай миротворец возьму. Вот так. Миротворец есть, да. Что еще? Хилочку. Давай еще 20. Вот так вот. Не, давай 20-ку возьму. Вот так вот. Все. Этого, я думаю, достаточно будет. Вот это сюда, сюда. Вот так вот сделаем и пойдем. Все, полетели, ребятки. Полетели, будем пробовать веселиться, скажем так. Так, тут у нас понятно. Я не буду брать с собой чоппер, смысла нет. Там 60 у нас, да, где-то примерно. Ну давай, давай восстановим. Мощнейший прилив сил. Давай, давай восстановим. Давай, торговец, нам какую-то супер крутую оружку. Давай, давай, вот так вот. Оп, оп. Ну, разрушитель, в принципе, неплохо. Все, значит, с торговцем мы поговорили и уходим на нашу просеку. Просеку. Вот, просека — это тоже неплохая локация, но бывают разные моменты. Бывают разные ивенты там появляются. Есть сложные, есть несложные, ребят. Главное взять с собой огнестрел один. Повторюсь, что может быть такое, что именно рейдеры будут. Когда будут рейдеры, будет сложно. Да, сложно, потому что броня слетает прямо сразу. Они стреляют с огнестрела. 1-2 точно имеет оружие. И это нужно понимать, что вас могут убить спокойно и свободно. Не знаю, если убьют, останется ли труп, но скорее всего останется до отката локации. Если за это время вы не придете, не заберете, ваш труп, конечно же, пропадет. Кто-то спрашивал у меня, если убьет слепой охотник, все так же. Если до момента отката бункера ты не заберешь свой лут, он исчезнет. Вот так вот работает. Вот, уже зомбашваля пошла. Ты че, зомбак такой? Ты че, блин? Я даже не успел зайти, ты уже меня долбишь. Первым делом, конечно же, ребят, зачистим данную локацию. Вот, здесь очень много зомби. Набирайтесь, конечно же, терпения. Убийство этого зомби нужно по-любому. Вот, потому что будут мешать по всем фронтам. Так, пошел вон, дятел. Так, здесь, видите, да, сколько зомбятины здесь? Просто жесть. Ну, первым делом я советую вам сделать как? Это зачистить данную локацию, а там уже смотреть, что и как, и что почем. Потому что вот такое, конечно, это серьезное здесь происходит. Ну ладно, давай мы быстренько кувалдайзером. Опа, ой, ты посмотри, что творится. Что творится, ты гребаный зомбашпапер. Пошел вон, толстяк. Во, нормас, нормас. Забираем все, что есть пока что, да, заберем. Вот, а там будем смотреть. Так, смотрите, первым делом я бы хотел, конечно же, зафармить дуб. Давай я сделаю копье сразу. Сразу копье сделаю. Сделаем так, чтобы не было у нас вот такого, чтобы чисто на дуб оставить место. Вот так вот дуб, авто и пошел. Вот, сейчас мы сделаем вот так. Так, что у нас там отхилится? Можно как-то чем-то? Ну, да, можно. Вот так вот отхилимся и поехали дальше. Все, теперь он будет фармить дуб. Ну, не только дуб, да? Еще и дерево подфармливает. Вот ты какой, вот ты какой. Ну ладно, ладно, я думаю, что это не проблемка. Этот дуб забираем, здесь немного дуба, но все же заберу, потому что дуб по-любому нужен будет, 100%. Постройка дома, ребят, это сложная тема такая, чтобы где-то что-то как-то построить, ну, нужны ресурсы, это 100%. Так. Дерево забираем, забираем. Тут у нас растительное волокно. Обязательно будем семена собирать. Обязательно семена, потому что без семян мы ничего не сделаем в этой игре. Семена нужны для того, чтобы отхилиться. Грибочки я не буду брать. Грибочки, потому что сейчас они не актуальны. Вот, там какие-то рецепты, только на них можно будет попозже делать. Потом пока так. Пока так, там будет видно. Так, этого рубим. Этого тоже рубим. Так, пошел вон, ты гребаный зомбашвапелс. Так.
Опа, а ну-ка иди сюда, на тебе. Один мясницкий нож я взял с собой? Маловато будет. Ну, будем лопатой бить, ладно. Будем лопатой. Мясницкий нож я оставлю, вы знаете для чего, да? Вот, сделаем себе потом хорошую вещь. Так, это заберу. О, подожди, не лезет. А веревочки у нас есть. Давай веревочки я не буду брать сегодня. Вот, я буду забирать только ткань, которая нам очень сильно нужна и важна. Лисичку, лисичку. Лисичку я бы взял. Ух ты ж, бляха-муха. Ну вы что, петушары? Блин, я даже сломал мясницкий нож из-за вас, собаки гребаные. Дикие собаки. Просто пришли. Вот ненавижу этих зомби, блин. Они, собака, такие подлые. Они просто приходят в тот момент, когда я что-то делаю. Именно захожу в труп, что-то там беру с него и так далее. Вот в эти моменты они, падла, лезут, собака. Лезут и лезут, лезут и лезут. Ладно, подожди, давай заберем все. У меня есть еще место. Зачем я это сделал, не знаю. Ну, теперь придется лупить. О, кстати, неплохая это. Неплохая это. Это большой мин. А, даже так, понял. Ну, хорошо, что самопал. Хорошо, что самопал. Пошел вон выживший. Вот видите, что здесь происходит. Вот тут просто беспорядок. Такой, что жесть. Да пошел ты в жопу своим самопалом. Я тебе сейчас его запихну обратно. Вот так вот. Во, нормально. Нормально. Уходим, почти ушли. Так, давай, 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 давай. Лопатой, конечно, долго это будет. Давай разрушитель беру. Лопата лопатой, но разрушитель есть разрушитель. Так, 57, ну 2. Ну ладно, тут у нас есть вот копьюшечка. Так, все, забираем здесь, что у него есть. Что мы можем? Фонарик скинуть. Чисто на это, да. Фонарик, хорошо. Давай на дерево вот так вот поменяем. Вот, ну, а, подожди. Так у меня сет брони еще можно накинуть. Так, сет брони, раз, два. Ну, нормально, нормально. Заберем тогда вот это и все. Все, полетели дальше. Да, придется теперь без стелса у нас, потому что его уже нет у нас. Но ничего, ладно, будем забирать все, что можем. Пикап. Главное залутать пикап, ребят. В пикапе может быть что-то серьезное. Вот, в данный момент мне повезло, потому что не три рейдера пришло с огнестрелом, а один только. Вот, это тоже неплохо. Да, еще громилу давайте сюда, чтобы для полного счастья я был рад с громилой встретиться на данной локации. Вот, когда у меня еще и воняет персонаж. Да пошел вон ты, гребаный толстяк. Опа, отлетел. Хорошо, нормально, забрали. Смотрим. Так, есть, хилочка еще есть. Давайте ягодами сразу будем отхиливаться, чтобы тоже освободить место. Давай, открывайся. Ой, бляха ты, муха. Да вы, бляха, Фух, я рубля. Муха, жесть. Вот это награда. Топовая локация, ничего не скажешь. Ребят, а ну-ка напишите в комментарии, когда вы ходили на эту локу, что вам выпадало? Потому что мне выпал сраный топор. Просто обосранный топор, который никому не нужен. Ну вот, вот это жесть. Вот это я понимаю. Жесть, награды, да. Пацаны, ребята. Ну, конечно, да. Это рандом, ребят. Это как вы говорите, почему я не выиграл в розыгрыше. Вот, а потому что я вот так вот в пикапе постоянно какой-то сраный мусор нахожу. Вот это рандомчик, конечно, да. Вот так работает рандом, кто не знал, ребят. Вот так. Может выпасть, может говнище выпасть, может вообще ничего не выпасть. Но это весело, это реально весело. Так, пошел вон толстяк. Сейчас, наверное, разрушитель поменяю, чтобы его не сбить. До конца, вот, две уже шмоточки у нас, скажем так, есть. Так, грибочки пошел собирать. Ну, я не знаю, нужны они или нет, но давайте собирать, пускай они там собираются. Ягоды будем хилить по чуть-чуть, потихонечку. Что у нас по этому? По этому у нас еще все хорошо. Дуб нужно будет освободить, место под дуб, есть еще место. Угу. Значит, голок у нас хорошо, пускай добьет тогда. Пускай добьет. Но нам нужно дуб, конечно же, в идеале в первую очередь, конечно, подфармить. 20-20-12, да? 20-20-12. Ну, если есть топорики, а они еще есть у нас, вот так вот сделаем. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Сейчас мы все сделаем, ребят. Вот. Ну, меня, конечно, рассмешило очень сильно то, что выпало мне. Жесть, конечно. Вот это жестяночка понятная. Так, хорошо, есть дерево. Две шмоточки нам нужны. Жалко, что нету саженца здесь. Вот саженец я бы забрал. Я бы по-любому забрал.
Так, тут у нас топорики есть, да? Угу. Ну, добьем, я добью уже эти два топора, потому что, ну, смысл не добивать, это вообще будет неправильно. Вот, главное, что мы разделим вот так вот и вот так вот, наверное, разделим, чтобы было побольше места на растительное волокно плюс семена. Вот так вот должно быть. Вот, грибочки можно будет убрать и, конечно же, ягоды. Ягоды, они, в принципе, не нужны. Ну, у нас есть хилка, есть, да, ну, я думаю, что... Мы не обеднеем от ягод, если мы их не возьмем. Или же тех грибов. Так, растительное волокно. Сколько мы уже дуба забрали? 14, там 40 или сколько дуба должно быть? Или 20, я не помню, сколько на этой локации выпадает. Но сейчас посмотрим. Посмотрим обязательно. Известняк, пускай забирает. Пускай забирает, плюс качает опыт. Мяска маловато. Было бы круто, если бы нас не засрали эти демоны зеленые. Потому что, если бы не засрали, я бы мог забирать каких-то лисичек, сестричек и так далее. Потому что сейчас мне очень будет тяжело их поймать. Вот, они будут убегать максимально быстро. Вот, а почему ты не забираешь это дерево, персонаж? Ты чё? Ты чё делаешь? Так, есть, да? Кофточки у нас нету. К сожалению, нету кофточки. Окей, окей. Дуб, 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 дуб. Давай, дубец. Дубец дубецкий. Так, забираем. Так, это уже будет стак. Будет стак, нам нужно будет что-то удалить. Ну ладно, ягоды, настало ваше время, разделяем. Веревочки можно было бы скинуть. Вот, ну там посмотрим. Посмотрим, локация, кстати, небольшая. Она небольшая, потому что на этой локе именно она маленькая идет. Тут у нас где пикап стоит, она очень маленькая. Вот, ну не сильно маленькая, не такая как аэродроп, но чуть-чуть побольше. Вот, а если бы обычная попалась, то в принципе было бы побольше тоже. Так, 10 дуба. Можно, может, в дубовую локацию заехать, но там придется нам жестко воевать. Я даже не знаю, стоит ли туда ехать. Так, не хватает места на это, да? Что мы можем сделать? Ну, давай сделаем вот так вот. Дерево пускай заберет. Вот, пригодится еще это дерево. Ну, 13 у нас 7 штук вряд ли получится собрать. Но я думаю, соберем хотя бы еще одну-две. Так, дерево есть, дерево есть. Топорик сломался. Вот, ягоды нарисовались опять. Опять, опять. 25. Так, олень. Ну, я не поймаю оленя, ребят. Не поймаю никак. Ну, а может и поймаю. Только сложно, сложно их здесь ловить теперь. Потому что перст воняет, и это не актуально. Ай, не попал. Ну, это бегать, я не хочу за ними бегать, это долго будет, вообще очень сильно долго. Пускай дособирают все, что тут осталось, и там уже мы пойдем помоемся дома. Вот, так, стоп. Да, блин, ты посмотри, олень, ну иди сюда, ну дай я тебя разбабахну. Разочек, куда ты пойдешь? На, получил, брат. Все, забираем тогда это дерево, идем дальше. Кстати, можем что-то сезона забрать. Ой, мое любимое, 10 топоров, 10 кирок, конечно заберем, ребят. Так, 8 дней у нас еще есть, ну тут понятное дело, что мы много не пройдем в этот момент, но хотя бы немножко уровней можно еще будет пролететь. Так, все, забираем растительное волокно и выходим с данной локейши. А, еще есть растительное волокно, еще есть дерево, ого. Вот, дерево заберем, это мы вкинем сейчас. Ну, как минимум, да, что-то сделали, как минимум. Можно еще зайти сразу на желтую. Желтую добить топорики. Но будет сложно. Сразу 200 зомби придет. Нет, не пойдем. Потому что сразу придут зомби, и это будет... Ну, не нужно, ребят, не нужно выбрасывать эти ресы, потому что, ну, реально, без стелса тут нечего делать. Нужен стелс, 100%. Так, хорошо, тут мы сделали, торговца забрали. Давай скинемся домой. Вот, рыбалочка у нас еще есть. Можно было бы пойти, но удочек, по-моему, нету. 3-4 топора, 41 кирочка. Офигеть просто. Вот это я понимаю, зашли. Нормально. Ну, сезонов, если не забрать 10 уровней, ну это смешно будет. Даже я забираю эту всю тему, потому что я не каждый день играю на новичке. Но все же, ребят, вот так вот пробегаемся. Вот, ну что, побегали немножко. Побегали очень хорошо, очень неплохо. Ну вот, сейчас мы распределим, что там у нас осталось. Я даже не знаю, что там осталось. Ну, в принципе, можно было бы сейчас прям раскинуть все, что есть. Потому что собирать в один ящик, вот это делать мусорку, не хочу у себя дома.
Вот. Главное, что мы открыли сектор 7. Еще раз повторюсь, ребят, напишите в комментарии, как вы думаете, покупать мне за 375 монет, если оно будет стоить 375 монет, вот этот чоппер трайк, для того, чтобы в будущем, да, закрываться на рейдах. Очень от вас нужна эта инфа. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментарии, потому что, ну, по-другому я не знаю как. Я куплю, а вы будете кричать. Я не куплю, а вы будете кричать. Напишите, купим, не напишите, не купим. Вот, тут ничего такого сильно сверх-супер крутого нету. Это чисто просто трайк, ребят. Чисто просто трайк, который просто будет закрываться на чоппере. Вот. А вы знаете, как мы будем закрываться. Это все будет очень хорошо. Вот, немножко подформили. Давайте сразу я уже сделаю тогда бинты. Бинтики, бинты. Сразу делаем. Я не знаю, сколько у меня уже бинтов. Я уже не смотрел. Ну, сейчас посмотрим. Так, это сюда. Бинтики, бинты. Сколько стаков у нас? Один, почти два. Ну, нормально. По чуть-чуть, потихонечку собираем. Далее. Что у нас далее? Далее у нас мачетка собрана. А здесь... Ага, вот это одно. Только... А, мы ж удалили случайно. Там разрушитель и кувалда, да, идет? Кувалда нет у нас. Разрушитель что-то есть. Вот. А, тут три собрали. Ну... Три собрали. Давайте тогда вот сюда будем вкидывать, да? Давайте вот сюда. Все, тут мы скинули. Теперь, что у нас осталось? Вот это, вот это, вот это. Да, веревочки. Жалко, что не было у нас какого-то этого. Но вот это сюда идет. Изоленты у нас нету. Зато у нас есть руда. Руда. Есть, да, закинем. Можем еще красную какую-то луку пролететь. Да, давайте я еще красную тоже пролечу. Вот, потому что красная лока, это красная лока. Красная лока, лока. Так, тут у нас тоже нету оружия. Оружие кувалда. Куда мы закинем кувалду? Давай тоже сюда закинем. Я бы улучшил ящик, но требуются доски, да? Да, мы... Ты чё, петух, офигел? Пришел ко мне домой и будешь меня тут долбить? На, получай. Так, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай тогда, сейчас мы сделаем как, топорик я скину раз, топорик два, это мы оставим. Обычные топорики я возьму, дерево, хотя можно, знаете что, не в красную пойти, а пойти чисто на эту, на дубы, красные, давайте красные дубы, да, пойдем, так будет лучше и лучше, ну, по-другому нет. Так, раз... Два, это сюда закинули, хорошо. Вот это сюда скинем. Сейчас я только разберусь с этим всем, всема вещами. Вот это сюда, это тоже идет сюда. Пока скину, а там уже будем смотреть. Так, тут мы все вкинули, правильно? Правильно. Значит, хорошо, тут у нас есть. Что еще? Что еще? Разрушитель. Что с собой берем? Давай возьму разрушитель. Глок мы не будем брать. Я не буду брать глок, это не актуально на данную локу. Но одежду я возьму. Раз. Это тоже я возьму. Возьму. Вот так вот. Сетик брони я закинул. Окей. Все, тут у нас все хорошо. Теперь дерево скинуть. Дерево. Вот сюда закинули. Смотрим. Разрушитель только есть у нас. Есть. Скину тогда 1-2 топора. Один возьму. Раз, два, три. Три топора возьму с собой. Плюс оружие ближнего боя, да. Ну, возьмем так. Дубиночку можно было бы что-то с ней придумать. Но я думаю, этого хватит. Можно еще мясницкий нож взять. Вот так вот. А давайте вместо мачетки возьму мясницкий нож. Или нет, или да. Думаю, нет, не буду брать. Вот так вот. Все, это мы делаем вот так вот. Плюс хилочка. Какая у нас будет? 40 рогушек. 40 рогушек, лягушек. Вот это мы можем сразу вкинуть даже вот сюда. Так, разделяем. Ну, давно, конечно, мы не фармили с вами сильно. Ну, давайте вот так вот. Сейчас чуть-чуть немножко подфармим. Так, есть. Значит, здесь есть. И тогда вот так вот. Все, ребят, вроде бы готов. Вроде бы готов. Лопата, оружие. Ну, маловато, мне кажется, этого оружия. Ну. Ладно, хватит. Давайте проверим, хватит ли этого оружия или нет. Ну, только нужно умереть. Все. Значит, здесь мы все сделали.
Я не буду брать с собой никакие чопперы, это не актуально в данный момент. Главное умереть и восстановиться, просто чтобы не вонять, не хотеть пить, не хотеть кушать и так далее. Ребят, напомню вам, что в дубовых локациях вам нужно понимать то, что здесь холод. Здесь минусовая температура, и чтобы выжить здесь, чтобы не замерзнуть, вам требуется как минимум броня какая-то, любая. Вот, если на вас будет броня, вы не замерзнете никогда. Главное, чтобы она не слетела. Ну, слетит так слетит. Мы выфармим дуб, конечно же, а потом будем уже смотреть, что и как. Потому что дуб, сами понимаете, сам себя не нафармит, а ездить сюда нужно. Вот, давайте первым делом я сделаю как. Посмотрю весь дуб, который тут есть. Мы заберем его сразу, убьем всех зомби, откроем ящики, а там уже будем смотреть, что дальше. Так, разделим вот это все дело, чтобы дубчик у нас фармился. Вот так вот. Чисто будет фармиться пока что дуб, а там уже... Блин! Ох вы, гребаные алкаши! Че вы на меня агритесь? Ё-моё! Пошел вон, гребаная рыгачка! Ай-яй-яй-яй, как больно же, как больно! Так, тихо, вот так вот, до свидания, пока, спокойной ночи и шаг. Так, тут вообще вот так вот сделать нужно, тут что, телефон, iPhone 15 Pro Max, окей, забираем. Так, айфончик заберем. Так, ну тут будем кушать по чуть-чуть, потихонечку будем кушать. Главное не огреть на себя целую толпу, которая тут есть. Ой, блин, так вы не, вот видите, какая тут собака жесткая локация, именно... очень много этих зеленых тварей, которые рыгают. Это вообще не нужно делать, чтобы на вас попадали эти рыгачки, вот, потому что будет сложно потом фармить. Вы не сможете просто нормально по стелсу бить, вообще не сможете по стелсу бить, вот, потому что тут будет тяжело потом. Так, тут уже стоит какой-то, ух ты ж, ёлки ты поталки. Раз, два, три ящика уже вокруг вижу, это хорошо. Так, раз, два, три. Ну, нужно было, конечно, толстяка в идеале бить первым делом. Ну, ладно. Ладно, мы его чисто разрушайзером сейчас разрушим. И тебя разрушим, и тебя разрушим, и тебя разрушим. Во, вот так вот. Давай, давай, давай. Ай, хорошо так, да? Хорошо урончик наносится. Опа, есть, да? Так, веревочки. Ну, заберем веревочки, тоже не помешают, я думаю. Вот, главное, чтобы место было, правильно, ребят? Я бы еще, бы, знаете, что бы добавил? Портфельчик вот такой, как у нас тактический есть, я бы еще добавил еще бы тактический портфель. Это было бы вообще прикольно, потому что место нужно всегда, и как бы понимать то, что... Стой! Ой-ой, как красиво-то пошел. Ладно, согрели так согрели, но я думаю, у него джекпот в портфеле лежит. И вы заметили такой прикол, что боты всегда, просто всегда, даже не с военным, даже не с тактическим, просто бегают вот с таким обычным портфелем. Что-то как-то мне это странно. Ну вот, не чтобы сделать бота, да? Блин, вот скажите, как вам идея? Сделать бота, чтобы он бегал с тактическим портфелем. Прикиньте, вы приходите на локацию и убиваете бота, забираете у него тактический портфель. Это же было бы класс. Я думаю, была бы большая охота на ботов у вас, 100%. Я бы тоже охотился на новичке, потому что, ну, блин. Было бы круто, скажите классно. Они, блин, бегают с обычными. А сделайте, разработчики, рандомно. То есть, может быть обычный, может быть военный, может быть тактический. Это ж, блин, как круто бы было. Вообще, просто идеально, я бы сказал. Вот, было бы вообще прекрасно. Но, к сожалению, никто, наверное, не сделает этого. Ну ладно, хрен с ним. Хрен с этим портфелем. Найдем и где-то в другом месте. Так, окей, что тут у нас? Что тут у нас? А у нас тут все хорошо, да? Разрушатель разрушает все. Разделим вот так вот растительное волокно. Тут сюда топорик, давай вставим сюда вот так. Так, что у нас тут? Эй, Батянский, куда? Ну не уходи, ну ты стекуняра. Ну пошел вон, хорошо. Бот, в Африке бот, потому что, сами понимаете, он падла, зараза. Такой вот весь крутой приходит к тебе и разваливает, типа... Но оказывается, что он просто лошара, который убегает постоянно от вас. Да, конечно. Ну ладно. Так, тут фонарик. Фонарик, фонарик. Ну пока он не нужен. Ну мы удалим его, если что. Фонарик, в принципе, он не актуален. Кстати, уровень качнули. Давай посмотрим, что мы тут качнули. Тю-тю-тю-тю. Газовый баллон, Дуа ТВ. Ничего себе.
О, росток есть, ребят, наконец-то я нашел его. Я нашел росточек мой. Прекрасненький. Так, фонарик пошел вон. Росточек, копай. Во, наконец-то. Наконец-то будет у меня дубчик дома. Так, давай, давай, давай. Сколько? 17. О, как раз добьет стак. Отлично, вообще идеально. Так, все, добил. Это удаляем. Это удаляем, это разделяем. Вот так вот. Вот это я понимаю. Вот это я нормально зафармил. Так, посмотрим, сколько дуба сегодня выпадет. Так, тихо, 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 тихо. Вот так вот сделаем. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Главное, чтобы бот с ВССкой не пришел. А там уже будет все прекрасно. Так. Ну да, мы, конечно, сегодня маловато вкачали, но я думаю, что в следующий раз я возьму опыта X2 и будет намного больше. Я думаю, так и будет. Так, ну дуба немножко нафармили. Плюс росток. Росток, саженец дуба. Молодые дерево, ожидающие посадки на постоянное место. Когда-нибудь из него вырастет могучий дуб. Ну понятно, что вырастет. Мы можем посадить его дома, можем срубить. То есть, ну я чисто, знаете, что хочу? Посадить вокруг базы, полную базу такую красивенькую сделать. И вокруг него дерево посадить. Ну скажите, будет прикольно? Я думаю, да. Я думаю, будет прекрасно просто. Так, иди сюда ты, дурында. Чё? Чё? Хорошо, хорошо. Смотрите, мне хватает этой две оружки. С головой хватает. Если бы еще поставил с этих толстяков бить, было бы тоже неплохо. То есть мы могли без проблем. Так, мне главное дуб. Главное дуб, ребят, чтобы забрать весь дуб с этой локации. Мы ящики с вами не открыли, правильно? Сейчас пойдем откроем. Сейчас пойдем откроем, посмотрим, что в этих ящиках будет. Давай, дубина, ты руби быстрее. Не согрелся. Ой, удивительно. Я думал, он согрится, но он не согрелся. Ладно. Не согрелся, и на этом хорошо. Так, поехали. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Иди сюда. Бим, бим, бим. Отлично. Все. Все нормально, все идеально. Так, ух ты, 4-5 дуба вместе. Офигеть. Ну, смотрите. Я думаю, мне не хватит топора, ребят. Я думаю, мне не хватит. Нужно будет еще один взять, по-любому, потому что этого точно не хватит. Вот, я думал, хватит, а оказывается, не хватит. Не хватит. Так, разделить дубчик. Вот это тоже разделить. Вот так, вот так. Во, нормально. Так, все вроде бы нормально. Так, тут еще раз-два. Раз-два и пойдем ящики откроем. Так, газовый баллон. Ну, уже 3 газовых баллона есть. Хорошо, хорошо. Так, еще, еще, еще. Вот, это я понимаю, дубчика нафармим. Так, хотя бы 60 штучек я бы хотел увидеть. Но посмотрим, что у нас будет. Так, значит, топорик нужно брать 100%, ребят. 150%. Так, давай сюда и сюда. И сразу берем себе топор. Вот так вот. Оп, взяли, да? Взяли топор, взяли и добиваем. Так, известняк нам нужен? Да, я думаю, нет. Я пошел вон, известняк, зачем ты мне нужен? Вот так вот, разделить. Вот так вот, топорик, поехали. Так, есть какой-то зомбашваль. Давай мы его, понятно. Ну, как всегда, я люблю греть на себя, потом типа постал суете, да? Так, добиваем, добиваем. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Есть, готово. Готово, 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 готово. Тут идем и валим. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим. Валим на гелике. Так, забираем. Растительное волокно. Волокно, волокно. Еще дуб есть, ничего себе. Так, волчара, давай мы тебя тоже заберем. Что у тебя есть тут? Опа, шкуры. Да, в принципе, не буду брать. Там одну шкуру, две забрать. Это такое. Так, главное, что дубчик у нас есть. Вот это самое главное. Вот это очень важно. Штанов нету, за 40 гривен вообще нету. Так, окей. Откуда ты взялся? Вот откуда ты появился там? Гребаный волк? А, это не волк, это рейдер. Это рейдер? Рейдер. Ту-ру-ру. Пускай пофармит. Пускай пофармит немножко. А там посмотрим, что он будет говорить нам. Ой, ой, что-то пошло не так, да? Ты хотел дерево срубить, брат. Я не буду за тобой бегать, я уже не буду за вами бегать. Если вы хотите драться, рейдеры, гребаные боты, то давайте драться. Если нет, за вами бегать никто не будет. Так, половину топора уже есть. 50, 60. Ребят, уже 60 у нас дуба. Нормально.
Так, еще есть дуб. Ого. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. О, привет. Так, раз. Блин, я думал, еще разок ударит. Собака разрушителя только выкинул. Ладно. Окей. Давай. Давай, до свидули. Добираем веревочки. Давай сюда их. Так, ну мы же еще ящик откроем. Давай посмотрим. Тут еще ресов-то будет много. Надо все состакать. Давай все состакаем. Ох-хо-хо-хо-хо. Угу. И что мы можем здесь придумать? Что мы можем здесь придумать? Водичку выкинем. Болты я бы забрал по-любому. Что мы выкинем? Вот это выкинем, водичку попьем. Вот, ну здесь подшипник только. Давай на копье поменяем, окей. Окей, окейюшки. А, еще место есть у нас в этом, в быстром слоте. Давай лопату сюда накинем. Лопату, это разделим, окей. Смотрим, так, тут мы открыли. Открыли. Лисичек бы пофармить еще. Лисичка, иди сюда. Опа, хорошо, забираем. Так, а здесь, здесь у нас есть олень. Олень, лисичка, сестричка. Есть, да, еще лисичка, сестричка. Ой, смотрите, сколько здесь их. Ой-ой-ой-ой, просто жесть. Смотри, сколько. Давай соберем. Блин, трупов наделали сколько, ужас. Так, давай тут откроем, посмотрим, что у нас тут есть. Так, раз, два, три. Сколько это? Второй, да, ящик идет? Второй ящик. Ну, покушаем, ладно. Так, здесь у нас раз забрали. Два забрали. Три забрали. Три забрали. И тут четыре забрали. Все. Тут у нас все есть. Олень опять есть. Окей. Иди сюда, олень. Бибим. Забираем. Забираем. Олень. Лисичка. Стоп, стоп, стоп. Опа. Хорошо. Еще дуб даже есть. Ё-моё. Ну, тут, конечно же, стелс. Только у меня нету разрушителя. Ну, давай, лопата, настало твое время. Скажем это так. Пи-бим, пи-бим, пи-бим. Давай, 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 давай. Опа. Раз, два, три, четыре. Пим. Есть, готово, готово. Все прекрасно. Так, тут мы быстренько сейчас посмотрим. Что тут у нас есть? Чичикс есть, готово. Тут у нас тоже есть. Идем сюда, идем сюда, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, открываем этот, ну это уже конец, да, походу, тут больше ничего нет, ну, зато мы с вами под фул ее подчистили как нужно, просто как нужно, вот, не так, знаете, зашел, одно дерево срубил и ушел, с топарики, как красиво оно пробежало, так, тут у нас мы открывали, открывали, все, тут, я так понимаю, больше ничего нет, кроме одного дуба или ящика еще. Давай сюда. Так как? Подожди, не поставился, ударил. Ну блин, ну ладно. О, бот, привет. Hello, задорно. Я бы твой молоточек бы забрал, брат, если он у тебя будет. Ой, какой же ты красавчик. Какой же ты красавелла, братала. Так, тут оденем, не оденем. Есть известняк, есть это. Ну, телефон скинем. Давай телефончик скинем. Сколько этого, да, ребят? Сколько у нас есть рисиков-то? Подшипники, веревочки скинем. Веревочки скинем. Ну ладно. Так, тут у нас дубчик пошел. Дубчик, дубчик, дубчик. Опа, вот так вот. Топорик есть? Есть. Хорошо, тут у нас тоже шляпа какая-то будет. Там дерево что-то такое. Понятно, дерево. Так, что они могут еще сделать? Блин, задолбали эти толстяки. Где они берутся? Вот скажите, сколько я уже тут зомбарей перебил? Это жесть просто. Вот, вот вам и локация. Вот такая локация, где требуется реально, чтобы у вас было хотя бы какой-то огнестрел, что-то типа такого. Или же оружие ближнего боя по-любому. Вот. Но если нет твоей оружки, то уберите огнестрел. Ну, тут просто так, на кулаках каких-то. О, мне как раз закинут мясницкий нож. Yes. Забираем, забираем. Так, все, здесь больше ничего нету, наверное. Молоточек, конечно же, пригодится. Тоже молоток до конца не добиваем. Забираем его. Вот, нам нужно по-любому будет. Молоточков куча. Так, все, здесь у нас ту-ту-ту-ту. 65, ребят, 65 дуба мы собрали. Дубовых вот этих вот бревен. Бревен, так, это забираем.
А что здесь за ящик снизу? А, понятно. А сверху мы были или нет? Сверху мы были. Были. Все. Я думаю, тут больше ничего такого интересного мы не найдем, кроме толстяка. Ну, давайте его... О, так там еще ящик. Охренеть. Как это я пропустил его. Ну, давай молоточком добьем. Давай молоточком. Зачем мы его будем оставлять, правильно? Вкидывать целый молоток, если мы можем снести этим молотком половину ему хпшки. Ах ты, подонок. Тю-тю-тю. Все, хватит молоточек. А еще раз ударит, нет? Нет, не ударит. Блин, не хватило на один удар. Ладно, лопата, настало твое время. Так, тут заберем раз, тут заберем два. Отлично. Угу, тут у нас что будет? Что будет? Так, это мы тоже нужно положить, чтобы оно лежало вот здесь. Чикс. Ничего не берется, но очень интересно. Резиночки я бы взял. Вот резиночки очень важно. Хорошо, у нас есть вот такой момент. Вот такой момент. Вот такой момент. Шляпа. Ну, давай скинем ее. Шляпу скинем. Талончик. Ну, я не буду брать. Так, все или не все? Сейчас посмотрим. Все, ваш инвентарь пол. Ну что, ребятки, вот так вот мы побегали, пофармили дуба. Надеюсь, понятное дело, что это нужно делать. Без этого никак. Не забывайте заходить в телеграм-канал, ставить лайки. Ну а значит что, отправляемся на розыгрыш 500 монет. Давайте мы сегодня выберем первый, второй, третий видеоролик. Копируем с него ссылочку, вставляем его вот сюда и загружаем. И смотрим, кто написал комментарий минимум с 15 букв. А я когда выиграю? Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, Тёмчик, тебе повезло. Ты сегодня выиграл. Обязательно напиши мне до конца этого месяца, чтобы получить свои монетки. Мы тебя поздравляем. Желаю удачи в следующих видеороликах, в розыгрыше. Всем спасибо. Всем пока.